Решил я, значит, послушать музыку. Открыл встроенный аудиоплеер, запустил трек, а он что-то громко играет. Но я решил убавить звук. А регулятора громкости-то нет. Вот вы видите регулятор громкости? Я тоже не вижу. А он есть. Ну и давайте покажу, как его включить, раз уж мы тут собрались. Зайду в параметры. Модули. И здесь, я так понял, можно либо отключить альтернативную панель инструментов, что я делать не буду, либо зайти в параметры и здесь уже включить регулятор громкости. Ну и альбом, жанр, год для проигрываемой композиции включу тоже за компанию. Ну и как можно видеть, регулятор появился. И можно регулировать громкость. По какой причине это не включено по умолчанию? Вот это вопрос.